Веселые конкурсы, зажигательные Матрена и Березка, громкая музыка – рецепт идеального детского праздника. И пускай не все из них понимают, что такое День России, это хороший повод рассказать малышам о главном дне в жизни страны. Конечно, это хорошо. Во-первых, это праздник для детей сделали. Да? Выходной день, дети заняты, им интересно это. Во-вторых, ну лишний раз напомню детям, что они живут в России. Что это за праздник, лишний раз напомнить? Сегодня День России. Именно в этот день Советский Союз распался и началась Российская Федерация. Детей надо с детства приучать всем нашим традициям, обычаям и так далее, чтобы они видели красоту нашу родную, природу, общение людей, взаимоотношения. Поэтому я считаю, что это прекрасно, что с детьми приходят. Дети получают удовольствие вдвойне, чем мы взрослые, потому что они воспринимают впервые вот эти чувства. День России для тех, кто только начинает познавать и изучать мир вокруг себя, организовал благотворительный фонд «Спасение», который давно помогает малышам, в том числе с нарушениями опорно-двигательной системы и диагнозом детский церебральный паралич. Дарить детям радость – самая большая ценность. Дети – это тоже наши маленькие россияне, поэтому мы для них захотели устроить маленький праздник, где они могут поучаствовать в конкурсах, играх с аниматорами, получить призы, поесть бесплатно сладкую вату. Деньги, собранные во время праздника, адресно будут направлены на лечение и реабилитацию тяжело больных детей. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События.